Ребятки, всем привет! Сегодня мы вместе с вами распакуем и протестируем новые наушники Wayfun V или Wayfun 5, не знаю, как правильно читается. Чем примечательны эти наушники? Во-первых, это своей ценой. Бренд Wayfun выпускает достаточно неплохие наушники при низкой стоимости. Эти наушники в распродажу мне обошлись 18 баксов. Во-вторых, сам продавец их неимоверно расхваляет. И в-третьих, все блогеры на YouTube обошли эти наушники стороной, то есть вообще нет ни одного обзора. В общем, эти таинственные наушники меня заинтересовали, давайте смотреть. Ребятки, если не хотите пропускать новые видео, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Также, пожалуйста, поддержите это видео лайком, это очень помогает в развитии и продвижении канала. Спасибо. Ну что, ребят, вот так вот у нас выглядит наша коробка. И коробка, скажу вам, мне очень нравится. Wayfun, и вот, как я и говорил, V. Скорее всего, это V. То есть два наушника собраны, получается, вот в такой вот, скажем так, логотипчик. Картонная упаковка. И сбоку уже картон идет из вторички. То есть у нас упаковка выдвижная. Выдвинули, как я и говорил, это уже картон из вторички. Никаких у нас обозначений, ничего здесь нет. Открываем. И вот так нас встречают уже наушнички. Так, достаем, и наушнички мы отсюда выдавливаем. Ну, сразу что могу сказать, если прям какую-то отсылку из последних наушников, что я делал обзор, Tronsmart Onyx Ace, да, классные наушники, эти длиннее. Ну и вот, собственно, что у нас по органам управления получается. Контактная база для зарядки, то есть два индикатора, правый наушник обозначения есть. Сам наушничек достаточно длинный, немного, видите, под углом. То есть, чтобы лучше прилегал к лицу. И кнопка. То есть, здесь сенсора нет, одна физическая кнопка. Что она будет делать, все протестируем. Ну и, собственно, получается у нас микрофон. Микрофон, датчики, все дела. Вот так вот выглядит. Слушайте, ну, пластик глянцевый, выглядит реально неплохо. Аккуратненько сделаны. И второй такой же наушник. Опять же, физическая кнопка одна. Далее у нас встречает база. База выполнена из пластика, ну скажу вам так, на ощупь это глянцевый пластик, но нет ощущения, что он какой-то там офигенный, элитный или что-то такое, вот просто какой-то, просто приятный пластик, скажем так, да, Wayfun, зарядка microUSB, открываем крышечку, о, вот тут круто, слушайте, крышка вообще не люфтит, то есть у нее ход сам по себе тугой, возможно со временем она разболтается, но влево-вправо, вообще никакого дребезжания. Хлоп. Оно закрывается, оно автоматически. Ага, то есть можно, да, как зипу. Эч, и закрыли, в принципе, да. Ну и все, собственно, у нас отверстие. Один индикатор состояния, то есть сколько здесь заряда осталось, мы ничего не будем знать. Вложим туда наушнички. Так, это у нас левый. Пойдет заряд, заряжены они или нет. Хлоп. Хлоп. Да, индикатор один загорелся. Надеюсь, что не заряжены или будут заряжаться. В общем, проверим. В комплекте у нас еще, естественно, инструкция. Инструкция на английском. Русский не присутствует. Ну, кстати, и китайского нет. Все на английском языке. Что у нас здесь интересного? Давайте характеристики посмотрим. Уровень защиты IPX5 у нас, то есть буквально от пыли и брызг. Воспроизведение музыки 3-4 часа. Но это по-любому где-то в процентах на 50 громкости. Уровень заряда кейса, аккумулятор кейса, получается, зарядника 500 мАч, Bluetooth версии 5.0, дальность 10 метров. Так, и осталась у нас одна коробочка. В коробочке у нас что у нас? В коробочке, естественно, у нас кабель microUSB для подзарядки. Все, вот такой вот комплект, все выглядит неплохо. Так, ребятки, решил показать вам, что здесь нам обещает, по крайней мере, продавец. Простое подключение, мол, вы достали наушники, подключили по Bluetooth, ну, все логично. Также здесь установлен чип, который я вам сказал, Airoha 1536U. Оба наушника могут быть основными наушниками, и наушники автоматически изменятся между сигналом и двойным режимом. То есть мы можем по одному наушнику отдельно их использовать как гарнитуру. Четкий вызов и качество голоса. Микрофон гарнитура находится недалеко от рот, поэтому качество звука, вызывающего абонента, очень ясны. То есть, да, у нас должно во время беседы очень чистый разговор. То есть мы хорошо слышим, нас хорошо слышат. Стабильная работа диапазон. Это в смысле он имеет в виду, что если мы телефончик убрали наш в карман и у нас сигнал рваться не будет, все отлично. Долговечность. 1 час зарядки аккумулятора
дает вам 3-4 часа прослушивания звука. То есть, если наушники разрядились, ложим их в базу, они час заряжаются, и после этого мы можем 3-4 часа слушать, но зависит все это от уровня громкости, да, то есть, ну, скорее всего, на 50% это будет дело длиться. Общее время работы до 30 часов, то есть, с подзарядками постоянными от базы мы можем слушать до 30 часов. Ну вот, собственно, и все. Как бы вроде как неплохо. По факту 5 раз зарядить от кейса — это неплохие показатели. Ребятки, решил вам все-таки показать физическое сравнение вот этих двух кейсиков, Wavefun и Tronsmart. Я понимаю, что Tronsmart в разы дороже, но просто чтобы вы понимали, да, насколько Wavefun-овские больше и по факту толще. И также покажу вам габариты самих наушников. Wavefun мало того, что чуть-чуть потолще будут и подлиннее, я думаю, это видно, да? То есть сама вот эта вот часть, куда мы вставляем в ухо, она сама по себе крупнее, то есть более рассчитана на крупное ухо. То есть здесь вот эта часть меньше, чем здесь. Ну, я думаю, как-то думаю, вы разберетесь. Вот еще раз вам вот так покручу. Зашел я в настройки Bluetooth, и давайте проверим, срабатывает ли поиск на открытие крышечки. Открываем крышку. Смотрим, находит ли у меня их телефон автоматически или нет. Да, то есть мы открыли крышку, наушники нашлись. Давайте подключаться. Определяются они как Wavefun V. Заряжены они на 100%. Отлично. Подключились они по SBC кодеку, то есть APTX они не поддерживают. Давайте пробовать. Так, ребят, по поводу посадки в ушах. Как Tronsmart садятся, мне нравится. А с вот этими, честно сказать, даже еще и лучше. То есть я тронсмартовский как бы вообще не ощущаю. Иногда бывает такое ощущение, что они могут выпасть, когда ты идешь, но по факту они, конечно же, не выпадают. Но ощущение прям совсем легкости какой-то, переживаешь даже немножко. А вот эти вот я прям ощущаю, что они у меня именно в ухе. То есть они не давят ничего, но я их прям физически хорошо ощущаю. Выкручиваем на максимум телефон, а здесь тоже как-то можно громкость добавить или что-то. Я запустил песню. А еще и с басом. Громкие. Наушники однозначно громкие. Слушайте, ну, на максимальной громкости я скажу так, как по мне, много баса, но и много высоких. Оно аж как-то аж трещит. Да, ну, по крайней мере, на этом треке мне, честно говоря, не нравится. Бас классный, но высоких очень много. Давайте какой-нибудь другой трек запустим. Да, здесь такие уже тарелочки играют, музычка такая. Это все я слушаю на максимум. Ну, вот этот поприятнее трек. Так, я думаю, на максимум вы в любом случае вряд ли их будете постоянно слушать. Давайте скинем процентов на 80. Да, но уже, по крайней мере, не так в голову долбит. Не, с этим треком поприятнее. Однозначно, с этим треком получше. Давайте еще третий. Да, посадка классная, не выпадают с ушей. Ну, вот все-таки, да, высоких многовато, реально. Вот когда только что они начинают появляться, сразу ты ощущаешь, как реально портится звук. Я не скажу, что это отвратительно там или плохо, но вот их, блин, срезать. В принципе, это можно подтянуть эквалайзером. Давайте уберем, потому что 80%, ну, тоже, честно, откровенно громко. Я обычно слушаю процентов на 50, наверное. То это где-то в шумном транспорте, а на улице могу все там процентов 30 громкости, 40. Давайте срежем. Вот, наполовину, чисто половина, 50%. О, да, слушайте, а вот так вот уже прям уже гораздо приятнее. Уже так высокие сильно не забивают. Сейчас включил такую более роковую музычку, и на 50% хорошо. И басовая есть, и высокие так получше. А вот если сейчас выкрутить на всю... Ну, что я и говорил. Что, ребят, музыку послушали, давайте теперь запустим игрушку, и, возможно, в играх не будет отставать звук. Может, чудо случится за 18 баксов, и у нас не будет звук отставать. Господи, это западло какое-то. 200 метров скачать надо теперь. Дай воды. Как всегда, начинаешь что-то снимать, оно начинает сразу там какие-то программы грузить, файлы докачивать. О, господи. О, состариться можно, пока дождешься. Вот тяжко трудится мой оператор во время съемок. Смотрите.
Так, ребята, поиграл я в Call of Duty, и звук, к сожалению, естественно, отстает. Ничего нового. В YouTube посмотрел, задержек нет. Киношку запустил, задержек нет. Так, ребят, давайте теперь проверим, как отрабатывает микрофон. Давайте кому-нибудь позвоним и узнаем, как нас слышат и как слышим мы. Да, Дима. Алло. Да. Ну что, как меня слышно? Нормально? Слышно хорошо. Слышно хорошо? Да, слышу очень хорошо. И я тебя прям чисто, никаких там... Или есть ощущение, что я в наушниках? Ну, в принципе, нету. В принципе, нету, да? Все хорошо. Да, когда говоришь четко, то нету такого, я думал, телефона. Ага. Я понял, да, мне тоже тебя хорошо слышно. Ну, ладно, все. Давай, да. Все. Так, ребят, ну что, я думаю, можно подводить итоги. И что я могу сказать? Давайте как бы по порядку. Относительно органов управления, то есть если на правом наушнике жмете один раз, это у нас play-пауза. Двойное нажатие – это вызов голосового ассистента. При удержании клавиши правой, то есть удерживаем и переключаем трек вперед. Соответственно, на левой то же самое. То есть при удержании клавиши мы, получается, переключаем трек назад, при одинарных нажатиях play-пауза, при... В двойном нажатии голосовой ассистент, то есть в принципе функционально кнопка задана нормально. Единственное плохо, что как-то там на тройной бы щелчок они могли задать, к примеру, повышение громкости, но здесь этого нет. Следующий пункт — это кейс. Кейс достаточно крупный и в руке прям такой крупненький, но это обусловлено формой самих наушников. То есть как видите, сам наушник длинный, и вот эта вот часть для ушной раковины, да, получается, когда мы вставляем, она достаточно крупная. То есть еще пункт получается. Эти наушники подойдут для людей, у которых ушная раковина крупная. То есть как у моей жены ушко маленькое, ушная раковинка маленькая, у нее наушник, когда просто она выставляет, он просто выплевывается, он выдавливается назад. То есть для людей с крупным ухом, маленькое ушко, эти наушники не подойдут. Следующий пункт — это получается беседы. Как вы сами слышали, я отлично собеседника слышу и меня. То есть в них вполне можно вести беседы. То есть продавец в принципе здесь не наврал, сказал, что здесь чистый звук. Звук действительно здесь чистый. Задержка в наушниках во время игр есть, но это беда всех вот таких вот наушников. Ну, по крайней мере, относительно бюджетного сегмента. По поводу задержек в YouTube, в фильмах задержек никаких нет. Ну и основное, что касается звука. Если вы прям вообще нереальный меломан, то вы, конечно, услышите вот это вот повышение высоких частот, которые по ушам на большой громкости бьют, и это неприятно. Если вы не меломан, то, возможно, вы этого не ощутите. В любом случае, вы на максимуме их не будете слушать. И в принципе, наверное, до этих же 80 не будете слушать процента громкости. 50-60% они уже уравниваются, играют хорошо, бас отрабатывают отлично. Для какой-то басовой музыки они в принципе подходят. В общем, я считаю так, это тот случай, когда можно сказать, что за 18 баксов, как я их брал, это хорошие наушники. Пишите свое мнение в комментариях об этих наушниках. Если есть какие-то вопросы, задавайте, я на них отвечу. В любом случае, на всякий случай, я ссылку оставлю в описании под этим видео на продавца, где покупал я эти наушники. С вами, как всегда, был Димон. Всем удачи и до встречи в новых видео. Пока!